Во вторник состоялось очередное заседание Севастопольской избирательной комиссии, во время которой озвучили сумму, выделенную Севастополю на проведение общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию страны. Это почти 36 миллионов рублей. Из них 24,5 миллиона пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий, которые будут работать на участках. В Севастополе 180 основных участков и два дополнительных – в госпитале Черноморского флота и городской больнице номер один. Все они полностью обеспечены оборудованием для обработки бюллетеней. Все 180 постоянных избирательных участков у нас будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней. 90 избирательных участков будут обеспечены у нас комплексами обработки избирательных бюллетеней КАИБ-2017, и 90 избирательных участков будут у нас обеспечены комплексами обработки избирательных бюллетеней КАИБ-2010. Более современные устройства КОИБ-2017 будут использованы на участках, где зарегистрировано больше всего избирателей. Также в ходе заседания определили график работы избирательных комиссий. Они будут открыты для избирателей с 25 по 30 июня, с 2 часов дня до 8 вечера.